Просто турбаза называется. Жень, а недалеко от Соснового. Угу. Камеечка. Олень. О. Орел. Ну, все, тут пирсик сюда. Дети. Бухточка такая. Кататься вот на ней можно. Угу. Услуга. Курить можно. Потом меня пофоткаешь. Угу. Тут же на первом этаже банька есть. Круто. Заходишь в баньку. И бассейн, да? Нет, бассейн. Нет, бассейн. Бассейн там, на улице. Мокро тут. Смотри, тут мокро. Угу. Там да. Парилка. Да, тут парилка вот. Каменька прямо отсюда топишь ее. Ах, как а, пахнет парилка, вкусно. Ах, так. Вот. Так, говоришь, по ценнику 7000 домик на сутки, да? 7000 говорили, 10, да. 7000, не помню. Ну, 7000, да. Там хоть сколько народу, да? Хоть да. 2 автобуса, 3. Да, это фигня. Даже класс. Место какое-то. Корпоратив, да? Какое-то место. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Кладовка там. О, шах. Если выпьешь, то рухнешь. Да, здесь вот. Там тоже. Шахматы можно даже поиграть, шахматы есть там. Угу. Кое-то место такие. Тут, тут. Здесь, а что это, я не предлагаю это. Вот здесь такие тюльки повесили там. Закрыть кирпич. Ну и пойдемте самый прекрасный вид покажу. Где для пьяных. Массандра или как его там? Балкон, огромный балкон. О. Здесь прям упал и спишь. Проснулся. О, где ты вот так вот упал пьяный? И смотришь, наблюдаешь. Удочку отсюда закидывай. Как чайки. Это. Там мелкий он водоросли. Да, прям да. Это. Ну зато щука можешь, да? Прям да. С этого поймать. А тут сначала меня в этом можно увидеть много раз у Олеськи Мишича, у меня подружка, у нее с видео есть, как туристы приезжают здесь на этих на байдарках, вот на этой лодке, давай тут кататься на. Так и вот там камыши, тут щука в таких тоже стоит, он говорю. Такой немножко. Это. Ну, природа такая более южная, немножко отличается, чем у нас. У нас камыш так не растет. Напился. Знаете? И так. И спать. Прямо вот так вот, да? А что, поставил бухло здесь и сидишь, пьешь и смотришь на. Еще им телек сюда поставить было бы супер. А зачем здесь? Да ну вот, да. Самый большой экран такой, да. Плазма. Да. Сломаешь один весь, не будешь менять, только одну часть, да? Сломаешь как бы. Ну так, то да. И кресло-качалку надо здесь поставить. Чуть-чуть. Ну, там обогреватели какие-то видел. Их две. Да. Они это купили. В свое время это было у других халяв. Олеська это купила. Это... Вернее, не Олеська купила, Саньку подарил Олеське. Купил. О, а та теперь этим занимается. А озеро Керин. Она занимается, а точно Каринка занимается. Она здесь управляющая.